Десногорск продолжает находиться в режиме повышенной готовности. Превентивные меры действуют уже на въезде в город. У водителей проверяют документы, спрашивают цель поездки и проверяют температуру. Также были проведены мероприятия по установке технических средств по перекрытию других дорог на территории нашего города. На сегодняшний день вся ситуация контролируется. Ситуация под контролем, в том числе благодаря волонтерам города. Совместно с сотрудниками полиции они замеряют температуру у каждого водителя автомобиля и с нетерпением ждут пополнения своих рядов неравнодушными горожанами. Поэтому прошу тех жителей нашего города, которые имеют возможность, имеют желание показать неравнодушие к жизни города, к жизни и здоровью себя и своих близких, и также вступать в наше волонтерское движение и участвовать в этих мероприятиях. Эти меры являются одними из ключевых, от которых зависит эпидемическая обстановка в городе. Данные, о которой на 14 апреля по телефону сообщила главный государственный санитарный врач по Десногорску Людмила Касаткина. На сегодняшний день ситуация в медико-санитарной части находится под контролем. Если говорить о тестах, которые проводятся в медсанчасти на коронавирус, то на сегодня всего проведено 136 тестов. Из них положительных получено 2. То есть 2 человека, которые у нас официально проходят как заболевшие коронавирусом. По медицинским работникам данная работа начата 3 апреля. Были отобраны первые тесты и получены отрицательные результаты. Только 1 положительный среди медицинских работников. Сегодня с утра 40 тестов тоже отобрано. Это сотрудники медсанчасти, центра гигиены и межрегионального управления. Завтра и в последующие дни также будет проводиться отбор тестов у медицинских работников. Таким образом, получим всю картину состояния здоровья наших медицинских работников. Результаты, как только будут получены, естественно, будут доводиться до всего населения. Дальнейший сценарий развития ситуации в Десногорске зависит от каждого в отдельности, а именно от соблюдения режима самоизоляции, пренебрегать которым в нынешних условиях крайне неразумно. Совместно с ОМВД России по городу Десногорск проводится контроль соблюдения гражданами изоляции на дому. По обращению граждан осуществляются выезды на место. Грубых нарушений не выявлено. Превентивными мерами станет и ограничение массовых мероприятий в преддверии пасхальных праздников. Уделят внимание и работе городского кладбища. Нужно проработать тогда руководителем службы благоустройства. Значит, по посещаемости кладбища и конкретно вопрос по посещаемости в период религиозных праздников. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.